чесно, я можу сказати, що я би не надто хотіла би якось вникати у ці подробиці їхніх розборок. Mm-hmm. Для мене, наприклад, як журналіста і для людини, яка от живе в Україні, та яка спостерігає за всім, що відбувається в так званій території ЛНР, просто цікаво, що буде далі. Тобто, наскільки цей конфлікт вплине, в тому числі, на те, що відбуватиметься на Сході, і чи від того там будуть гинути більше-менше хлопці, які воюють з української сторони? Ну, по моему глубокому убеждению, что это не взаимосвязанная вещь mm-hmm. никак. Вот. То, что мы видим, это сугубо внутренняя разборка, связанная с тем, что Бэтмен, так называемый, да, этот Беднов, он-то, по сути дела говоря, не просто представлял собой лидера достаточно крупного военного подразделения, он представлял собой так называемого политического оппонента того же Плотницкого, поскольку он даже на выборах, у него был отдельный блок, ну, угу. так называемый, и он шел как отдельная политическая фигура вот на территории вот этой вот банановой квазиреспублики. Поэтому это был прямой политический конкурент Плотницкому. Кроме того, собственно говоря, общак-то на самом деле, то есть, если не, или не общак, а вот то, что они, то, ради чего всего это производится, то есть уголь, контрабанда, трафик, деньги, торговля оружием и так далее, то есть это один пирог. Вот. И Бэтмен, наращивая свое влияние, просто посягал на это. России, в принципе, этот раздрай не нужен. Почему? Потому что Плотницкий, мы должны понимать, и зрители должны понимать, что Плотницкий – это тот человек, которого, в принципе, вот как бы ставят, да, в шкаф, и когда надо, достают, протряхивают там от пыли, да, он пошел, выступил, и все. На самом деле им рулят русские. У него русские, то есть сидят постоянно, охрана вся русская. Вот. Перед этим была разборка, так называемая ЛНР, с антрацитовскими казаками, когда был убит комендант города, Козицына. Бэтмен теж с казаков, так? Нет, Бэтмен не из казаков. Бэтмен это бывший милиционер, потом у него там что-то в жизни не заладилось, он там и охранником работал. Ну, как какая-то такая не очень внятная биография. Вот. Поэтому, естественно, когда начались вот эти так называемые донбасские бунты, он понял, что это его время. Ну, его время, оно действительно пришло, просто оно было недолгим, как мы видим. А какую роль выполнял Бэтмен при Плотницкому взагалі? Какую роль выполнял в так званому ЛНР? Поначалу, когда вот эти вот, согласно российскому плану, разработанному mm-hmm. спецслужбами, поначалу брали все быдло. Я, конечно, извиняюсь за такую риторику. Нет, но это действительно так. То есть туда побежали все. Вот mm-hmm. когда захватили СБУ, ломанулись все. Люди с копанок, да, которым не нужно было больше ведрами таскать уголь, да, там приспосабливать мотоциклетный двигатель и делать некое подобие вот этой вот ленты. Потому что можно было получить оружие, можно было получать довольствие, деньги, и с помощью оружия можно было добывать себе все, что хочешь на самом деле. Проявилось очень много бывших милиционеров. Огромное количество. Многих из них я, к сожалению, знаю лично. Ну, или знал, можно, наверное, уже сказать, поскольку... А вы прокурором были, так, за Ну, я работал, ну, это еще, я знаю тех людей, с которыми, собственно говоря, я работал еще, когда был стажером, мы по убийству раскрывали вместе, то есть топтались там по этим всем луганским маргинальным, так сказать, территориям, где происходили всякие, там у нас есть всякие, вергунки, всякие. А почему милиционеры перешли вот сюда? Потому что масса милиционеров, ну, допустим, вот я знаю, у меня был приятель из Бутырцев, он потом стал начальником Ленинского райотдела, ЛНР, это центральный город города Луганска, он был осужден за превышение власти, причем действительно был осужден не очень законно, поскольку те люди, его бандиты, с которыми у него произошла там какая-то вот ситуация, там, он был при исполнении, дали денег, его осудили. То есть у него были, как бы, ну, как он считал, основания. Естественно, это не является основанием для нарушения присяги и для предательства своей родины, но он считал, что его обидели. Вот много людей обиженных, вот Чернышев, да, Александр Борисович, которому я в то время... Призыв, потому что для глядачей призыча, нет, я просто говорю, да, ну вот начальником работал уголовного розыска. Я не знаю, почему. Нет, это на самом деле, понимаете, наши зрители, возможно, не знают, но, но эти люди, которые находятся на территории ЛНР и ДНР, которые все равно смотрят громадское телебачение, вот для них это важно, на самом деле. Отже, эти люди, они перешли в це групування Бетмена, вот, правильно? Да. То есть, что это за групування? С чего оно складалось? Что это были за люди? Это совершенно разношерстные люди, которые
вот из России, боевики вот эти вот все местные люди, которые взяли оружие, прошли какое-то обучение, ну, вот, там, у них же были импровизированные учебки. Кроме того, часть людей, которая проходила обучение еще за длительное время до этого, потому что у нас лагеря этих боевиков, этих казаков, они были оборудованы еще за год, за два до этого, и всячески поддерживались областными властями. Кому вони підпорядковувалися? Все это всегда если учесть, что у нас хозяин области негласно Александр Ефремов является человеком Кремля, то вы можете дальше уже проследить всю вертикаль от него. Вот. По сути дела говоря, это был проект России, действительно. Вот. И «Бэтмен» — это было небольшое подразделение, одно из, скажем так. И поскольку оно было структурным подразделением так называемых вооруженных сил, так называемая ЛНР, то, выйдя из-под контроля, он, естественно, начал ослаблять позиции Плотницкого. Плотницкий сказал в России, поднял телефон, говорит, тут такая ситуация, Бэтмен беспредельничает. И те точно так же, как в «Антраците», выслали группу ребят, которые умеют решать подобные вопросы, и его просто уничтожили, чтобы кто-то не говорил, что народная милиция там или еще что-то. О чем вы говорите? Ви посмотрите, вони сожгли бронированные автомобили. Там... Дивіться, про цей зв'язок з Росією вам звідки відомо? Просто цікаво. Я довго цим займаюся. Що це було саме по телефону? Ні, я, во-первых, очень тщательно изучаю эту тему, потому что я пишу об этом книгу, в том числе. Об этой инвазии на Донбасс, о смене этой ломки парадигмы ментальной местных. Почему? Потому что еще год назад, полтора года назад сказать, что здесь будет Россия, что здесь будет бегать с российскими флагами, не мог сказать никто, допустим. В том же Луганске, даже в самом пророссийском городе Луганщина. У меня много источников, я общаюсь. И тем более я говорю, что первые боевики русские, не боевики, а представители российских спецслужб, они заселились, и этому есть подтверждение, их целое, я просто их с собой не принес, если бы вы сказали, они заселились и жили в совершенно определенных местах, я не буду называть эти улицы, в районе восточных кварталов города Луганска они действительно поселились и готовили, потом это были так называемые звеньевые, потом они обрастали, а потом бросили мощный этот тренд, колорадские ленты нацепили, деньги начали раздавать, Ефремовский банк начал носить сумками, начали носить сумками на площадь деньги, есть же фотографии, есть фотосвидетельства, когда они разрывают эти деньги. Потом Клинчаев привозил, освобожденный ныне, и так далее. Цей конфликт, це суто, ви кажете, політичний конфлікт, так? Конечно. Яким чином може вплинути на прихильників так званої «русской весни»? І як це взагалі вплине на ситуацію? Мне кажется, что феномен так называемой «русской весны» он себя уже исчерпал. По сути дела говоря, уже никто не говорит ни о какой. Забыли уже все про все Новороссии. Бегает там клоун Царев, фотографируется селфи, мочит с Михалковыми, с Гундяевыми и прочим отребием. По-моему, в этом и заключается сейчас суть Новороссии. В том, что есть такой имбецил, который делает селфи. В этом и есть смысл, да. А что касается «русская весна», я уже не знаю, забыл, что такое. «Русская весна» это была в марте, в апреле, когда как ответ на победу Майдана... Прихильники Новоросії, прихильники оцієї незалежності, так званої ЛНР, як це вплине на їхню свідомість? Тобто в них от такі от відбуваються, такі конфлікти на цій території? Я вважаю, що от ці конфлікти, вони, звісно, на руку Україні. Чому? Тому що зараз, навіть якщо судити по сіті, якщо судити по розговорам цих людей, я прошу, є ряд людей, які цікавляться мнением внутрі цих якихось конгломерацій, боевиков. Безусловно, это говорит о том, что Плотницкий теряет контроль. Тем более он получил очень серьезного и, что самое главное, харизматичного оппонента, так называемого казака Дрёмова. Казак Дрёмов, который сейчас занимает Стаханов и прилежащие территории. Этот человек, безусловно, болен психически. То есть здесь даже нет никаких сомнений. Этот человек, он аддиктирован какими-то российскими этими казацкими идеями, это 100%. И ему не нравится то, что для нас есть один плюс во всем его безумии. Он ненавидит Ефремова, он ненавидит Королевскую, он ненавидит массу людей, в коллаборации с которыми... А чего мне от этого должно быть плюс, что он ненавидит, не кажучи, Королевскую? Потому что с помощью
вот его заявлений, эти люди, вот, я не знаю, это является доказательством того, что Плотницький является компромиссным лідером между Россией і Ефремовим. Але ж від того вони не підуть, від того, що він ненавидить Королевську Ефремова, вони не зникнуть з території України. Возможно, у нього є якісь... Любая лобільність, какая-то ситуація в їх общении вот этих так называемых лидеров, она играет нам на руку. Вот лично я для себя вижу плюс, когда говорит один из лидеров боевиков, говорит, что Плотницкий является человеком Королевской или Ефремова. По-вашему, это плохо или нет? По-моему, это хорошо. По-моему, это даст основание, как минимум, Генеральной прокуратуре провести проверку, а то и уголовное производство открыть. И впоследствии, я думаю, можно будет добыть достаточно большое количество материалов. А если к ним приплюсовать еще такие факты, например, как открытие мужем Королевской, действующим депутатом Верховного Совета, нового цеха своего алюминиевого заводика в антраците на территории подконтрольной боевикам, понимаете? Это все звенья одной цепи. Мы не можем рассматривать эти факты в отрыве один от другого, понимаете? Чи буде Генеральна прокуратура зважати на якогось Дрьомова, який заявить, що, умовно кажучи, Плотницький – це людина Королевського Ефремова? Це інша ситуація. Дрьомова – це чоловік, який удерживает несколько в заложниках, несколько сотен тисяч человек. Я не знаю, надо, щоб Генеральна прокуратура на нього обращала внимание или не надо? Я не знаю, як цим чином. Ви як прокурор колишній. Тобто Генпрокуратура України, чи буде вона брати свідчення людина, яка не є українцем, я так розумію, правильно? Тобто це є казак. Тобто, чи буде вона, за його словами, порушувати кримінальні справи? Чи, можливо, потрібно якісь інші людини? Я вважаю, що потрібно відкрити, звісно, уголовне производство і проводити провірку, і пускай ходить Королевська на допроси і так далі. Ірина Геращенко вже заявила про те, що потрібно. Так, ми чули вже так. Ірину Геращенко. Подивимося, це насправді такий погляд у майбутнє. А скільки зараз козаків на території так званої ЛНР? Іменно в принципі, козаків. Тобто, щоб просто розібратися, що це за угрупування. Давайте ми з вами відділимо іменно козаків від аніматорів. Чому? Тому що в Луганській області було дуже багато аніматорів. Це ось ці безумні дядьки, які все время ходили на всі праздники, ряжені, пили водку в неограничених количествах і орали «Люба». Але з течением времени, коли почалась вже російська агресія, підтягнулося достатньо велике количество іменно козаків з Кубані, Сибірі, у них же там... Це ті козаки, які воювали свого часу, в Чечні, так? По різним оцінкам, групіровка того же Дрьомова насчитує порядка 1000 чоловік, або чуть більше. Тобто, это же не казаки, да, в том плане, что они на лошадях, Гришка Мелехов, да, вспоминаем Тихий Дон. Нет, это просто люди в папахах, но у которых есть танки, грады, у которых есть птуры, утесы и так далее, ДШК, очень серьезные такие мортальные девайсы. Козаки, они так само и с Плотницким, я так разумею, в дисконтакте. Да, почему? Я вам расскажу почему. Потому что Плотницкий, он как бы сел на все потоки, на все схемы. Вот, все ефремовские схемы, которые раньше работали. Снова це Ефрем. Это что ж таке? А у нас на Громадском с каких-то пор стало это фамилию нельзя упоминать? Просто вы же Ефремов. Просто цікаво. Я вам рассказываю, кто является корнем всех зол. Понимаете? То есть все схемы... Ахметов, но он к Луганской области, поскольку сейчас имеет отношение. У него есть свои заботы в Донецке. Отже, значит, у нас есть группование козаків, так? У нас есть группировка казаков, которая которую возглавляют, условно говоря, Дрёмов, да, и которые, они более монолитны. Группировка Плотницкого, она, естественно, насчитывает каких-то и местных добровольцев, хотя мы видим, что уже начали откалываться. Вот этот известный садист Мельчаков питерский, он-то объявил, уже сказал, что мы выходим. Какое-то у него там есть свое небольшое тоже подразделение, они выходят. То есть дробление налицо. А Плотницкий, он стоит... конкретно на плечах, за ним стоят просто русские. Русский спецназ, то есть русский спецназ разбирался с антрацитом, русский спецназ разобрался с этим же, с Бэтменом, и так далее. То есть
принципе, Плотницкий – это еще один губернатор Российской Федерации, чтобы вы понимали. Он выполняет все задания, которые ему дает председатель правительства и президент Российской Федерации. Вот и все. Якщо такий конфлікт, і пользуется, і пользуется их поддержкой, в том числе военной поддержкой, и денежной, ну, финансовой поддержкой и так далее. Вот. Но при этом Российская Федерация, это просто неразрывные факты. Российская Федерация, высшие должностные лица Российской Федерации дали добро на то, чтобы на территории Луганской области работали, продолжали работать ефремовские структуры, ну, грубо говоря, его клана. И, кстати, то, что его правая рука Родион Мирошник является одновременно сейчас заместителем Плотницкого, вот, еще одно тому доказательство. Просто, ну, конечно, можно просто сказать, что вот здесь есть ЛНР, здесь есть Плотницкий, здесь есть, был точнее, Бэтмен, здесь есть казаки и все. Но на самом-то деле это не будет отражать подлинную картину. Это огромный жирный кусок пирога, где есть уголь, где есть там песок, где есть возможность транзита оружия, наркотиков и так далее. Это все проходит, понимаете? Вот. Ну, огромное количество возможностей заработать. Вот. И этот кусок контролирует Россия, ну, путем гауляйтеров, незримих, от я говорю, типу ефремовських і Плотницьких. Так, давайте, значить, Плотницького контролює Росія. Вони бачать, що Плотницький, ну, знову ж таки, в нього сварки з козаками, я так розумію, і так само в нього сварки із цим Бетманом. Плотницький навіть на ковер туди. Чи будуть вони прибирати Плотницького, чи можуть вони його кимось змінити? І що це для нас? Ну, тобто, просто, я розумію, що це їхні розборки, але мені цікаво, що це для мене буде значити, в першу чергу. Плотницького, скоріше всього, буде убирати так точно, як убирали його предшественника Болотова, коли він потеряє повністю якийсь вес в обществі. Ну, Плотницький, він, по суті діла, навіть наші опоненти, пророссийские какие-то там боевики-активисты, вот если фильтровать и наблюдать за их высказываниями, они сами говорят, что это на самом деле это никто. Это человек, да, действительно, он закончил высшее военное в Пензе, это артиллерийское училище и так далее, и так далее. Вот, но по большому счету, да, он убежденный украинофоб и так далее, то есть, да, то есть у него есть определенная идеологическая подоплека. Но, по сути дела говоря, он лишен вот этих вот каких-то организаторских, да, менеджерских качеств. Вот. И он не может, естественно, без русской помощи прокормить территорию Луганщину. А кто может быть замест Плотницкого? Кто это может быть? Ну, видите, опыт внедрения русского именно гражданина России в качестве премьера, он себя, в принципе, не оправдал. И этот русский топ-менеджер Вексельберга, он, увидев, что происходит там, пообщавшись, опять же, с представителями человека, чью фамилию я уже устал здесь упоминать, вот, и узнав, как они ведут дела, он в ужасе просто бежал обратно и сказал, не, ну, это, конечно, даже по русским меркам тут без предел. Вот такая вот ситуация. Но это по моим данным. По вашим данным вы звідти отримуєте, знову ж таки, це ваше особисте джерело? Конечно, конечно. Я могу сказать, просто у меня есть масса знакомых сепаратистов, масса знакомых как бы людей, которые живут в Луганске. Вот, многих я знаю очень близко. А как вы спілкуєтеся зараз с друзьями? Вайбером преимущественно. Ну, тобто с друзьями, які зараз... Ну, я не общаюсь только с теми, кто реально воюет, но они сами со мной не общаются в основном. Вот, а там же есть различные люди, которые делают информационное обеспечение всей этой... Ну, приходится общаться. Вони вам навмисно зливають інформацію? Нет, они, нет, просто мы обмениваемся какой-то информацией. А вы им свою якусь, так? Ну, а что я знаю? Я на самом деле ничего не знаю. Вот. Они, понимаете, то есть их задача... Мы исходим из того, во-первых, что они... Ну, им нужно как-то себя подавать, позиционировать и убеждать людей, что у них все в порядке. Вот. Но мы же просим факты. Они дают какие-то факты, мы их сопоставляем, сверяем, сравниваем, и оказывается, что это не совсем так. На самом деле о Бэтмене, об этом, о том, что ему будет не очень хорошо, я написал еще месяца три назад. Как только он создал вот это вот какое-то там свое движение, после того, как он начал рассказывать вот эти вот жесточайшие истории про Айдар и так далее,
так далее. Вот, то есть это человек, который представлял... Плотницкий сейчас хочет, понимаете, он хочет быстренько вот это вот прибрать как можно больше к рукам. Он же взял под свое крыло, получает прибыли с целой сети торговой, которая раньше называлась АТБ, сейчас она называется сеть супермаркетов народной, вот, в том числе. То есть он хочет как можно быстрее, как можно больше украсть. Вот. А Бэтмен, как человек, у которого уже начал такие намеки на паритетную военную силу, начал просто уже совать свой нос. Угу. Хотя, естественно, как бы говорить о том, что кто-то из них лучше, кто-то хуже, нет, нет. Я просто, понимаете, мы не устраняем, к сожалению, наша власть украинская, она не устраняет первоисточники вот этого вот зла, которое туда идет. Почему у нас не сидит Ахметов до сих пор, почему у нас не сидит Ефремов, те люди, которые продолжают. Ну вот мы видим сейчас Александра Сергеевича в Альпах, да, эту знаменитую фотографию, когда он мэт покупает за 1500 евро, вот. Через неделю он будет сидеть в Луганске в своем белом доме и все, и будет себя отлично чувствовать. Просто запитаємо, я думаю, що ми неодноразово запитуємо і СБУ, так само Генпрокуратуру. Вот. Ну, поки що Ренат це... Леонидович, который эти фуры уже туда гоняет, хотя нет голода, понимаете? Угу. Вот, нет, он мог бы, наверное, и быть, но люди как-то выкручиваются как-то, то есть, понимаете, это все очень... Ну, еще про Бэтмена, да, тут сколько мы уже говорим про эти разборки, саме ця тема зараз ми, в нас актуальна чомусь, да, от станом на 17-34 січня. Бэтмен, він займався полоненими, наскільки я розумію, так? То він, ну, за деякою інформацією, скажіть, підтвердить, або там... Ну, що, тюрми його? Да, тобто він контролював повністю потік полонених. Ні. Тобто він стояв. Ні, він не був командантом от тих підвалів, умовно кажучи, де були українські полонені. Да ні, командиром тюрми, комендантом тюрми, це зовсім другой чоловік. Сильно п'ющий. Ну, во всяком случае, той тюрьмы, которая была на подвале СБУ. Я знаю, это интервью, я его читал. Но вы знаете, это как бы это очень небольшая часть правды. На самом деле, эти тюрьмы, так называемая пенитенциарная система ЛНР, она действительно существует. Есть люди, которые сидят в подвалах Далевского университета. Угу. Есть все-таки еще за стенки СБУ, да, которые вот это МГБ, Министерство государственной безопасности. По сути дела, говоря, там есть в красном луче жесточайшие эти вот тоже в Стаханове, УБОП, или в красном луче, в Стаханове здание УБОПа тоже превратили в тюрьму и так далее. То есть, как бы, он не сидел, потому что тема пленных, это очень денежная тема, ему никто ее не отдал. Там частично пленными занимались русские, частично занимались, ну, я не хотел бы произносить слово чеченцы, ну, кадыровцы, да, вот лучше так сказать, вот наемники, частично занимались сами вот представители ЛНР, то есть торговля и обмены, это нормально. Ну, якщо просто вірити, знову ж таки, цьому інтерв'ю одного із сепаратистів, терористів, бойовиків, я не знаю, як його називати, який він дав цензору. Ну, це волонтер, да, так, там. Так, він сказав, що російську Бэтмена непогано на пленних наварився, коли ополченці беруть кого-то в плен, там і відвозять в больницю, і полечать, і поухажують. Іменно цими пленними він і займався. Ну так этим всем, этим занимаются все, а что, а кто не занимается? А как отбывается взагалі оце торгівля, так, якщо ми говоримо про те, що там відбувається продаж полонених? Ну как обычно, как везде, но если захватили кого-то в плен, если есть возможность выкупить, то звонят родственникам. Мы когда выкупали... Це цивільних, так, якщо говорити? Чи є в них військові в полоні? Ну там есть определенная, скажем, разница в отношении к офицерам, к представителям Айдара. И так далее. То есть есть люди, которых вот сразу режут, да? Вот, опять же, было интервью. Это была людина на потоках цивильных, то есть он зарабатывал самое цивильным. Враги ЛНР, укропы, шпионы и так далее, правосеки. В Луганске ничего не стоит объявить человека там правосеком, найти у него при обыске. Ну вы же видели это, когда показывали они этот роман, я забыл, как он называется, который на самом деле... Несмотря на то, что Кельтский крест на обложке содержится, он является глубоко антифашистским. Зигфрид, да. Вот. Ну и так далее. То есть, по большому счету, это все, это симуляция, это снафы, которые показывают кремлевскому руководству для того, чтобы отчитаться за огромные денежные потоки, направленные на закупку, ну то есть направляемые в этот регион и все. Я думаю, что как бы это тоже хорошо, потому что Россия, она несет действительно очень страшные убытки.
для стабилизации относительной ситуации в Донбассе. Почему? Потому что все знают, что Плотницкий держит курс на Россию. Россия, 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 Россия. Если Плотницкий будет выглядеть слабаком, да, и соплей, я извиняюсь, ой, пардон, вот, в глазах пересечных луганчан, вот, то это, конечно, ударит не только по его личному имиджу, который по большому счету никому не интересен, да, его забудут на второй день. Это будет удар по имиджу России, потому что масса из реакционно настроенных, из пророссийских настроенных граждан, не граждан, точнее, а горожан там, Луганска и прочих городов, пребывающих в сфере оккупации, они действительно до сих пор уповают на то, что придет Россия. Почему конфликт у него с казаками? Потому что казаки сидят в Стаханове, у казаков нет под контролем угля, у них нет вот там, где можно навариться. А люди у них требуют есть. Вы же видели это эпическое видео, да, когда раздают они похлебку на площади и рассказывают. Вот. То есть здесь конфликт лежит в плоскости денег. Нет никаких, деньги и политика, они-то связаны. Да? Вот, то есть я думаю, что политика является уже порождением денег, прежде всего, а не наоборот. Поэтому есть, как я и сказал в самом начале, есть какой-то условный кусок луганского пирога, которым пытаются присоседиться там то русские, то плотницкие, то бэтмены, то дремовые, то еще. Ой, вот между ними идет вот эта вот склока. Ну, классическая ситуация, то же самое, что происходило в конце 90-х. Это то же самое, что, ну, без стрельбы происходит сейчас вокруг украинского бюджета в том числе. Ну, это классическая ситуация, дивіться, понимаете? Просто я от дивлюся радіо «Свободи», вони от в листопаді повідомляли, що Плотницький контролює лише меншу частину захопленої сепаратистами території, а значна частина ЛНР все ж таки під казаками. Ну, які ж ніяк не горять бажаннями, ну, звісно, визнавати над собою владу Луганська. Ну, это правда. Тобто, это правда, там... конечно, конечно. Но я не знаю территориально, насколько и как смотреть, понимаете, почем судить. Если, допустим, взять, что такое территория? Взять какой-то населенный пункт, село, да, где живет пускай 10 тысяч человек, большое село, и вокруг него поля. Вот, это территория. Если судить по плотности населения, то, естественно, под Плотницким, ну, большие города, где много населения. Это Красный Луч, это вот, ну, вот такие вот, антрацит, это густонаселенные достаточно города, во всяком случае, были. Ну, что далее, Луганск. Що далі з цими розборками? До чого вони призведуть? Тому що я пам'ятаю, Тарас Борозовець, він також сидів в цій студії, він говорив, що десь, може, тиждень, може, півтора тижні тому, він говорив, що Росія насправді вже в стані того, щоб поставити хрест на проєкті «Новоросія», але це його особиста думка. Ну, от як ці події вплинуть, а, на проєкт «Новоросія», б, ну, що буде далі з цим регіоном, і до чого призведуть оці такі от міжособні війни між сепаратистами, бойовиками? Що нам очікувати? Я з Тарасом, я дуже уважаю мнение Тараса завжди. Я просто, знову ж таки, навела. Ні, серйозно, я вважаю його дуже умним чоловіком, але тут я з ним не погоджуюсь, тому що... Провал проекта так называемого «Новороссия», провал проекта ЛНР и ДНР будет являться и будет тождествен физической смерти самого Путина. Почему? Потому что Путин продемонстрирует свою слабость, и вместо собирателя земель он окажется человеком, который не смог удержать власть, который не смог оказать помощь братьям-славянам, вот эту так тщательно декларируемую, да, и воспеваемую всеми каналами и так далее. То есть он станет жертвой, он стал уже заложником собственной пропаганды. И я думаю, что Россия лучше устроит в Сибири голодомор, да, или где-нибудь на Дальнем Востоке, но сюда она деньги будет давать и оружие будет сюда она поставлять. Поэтому я говорю, что Украина будет вынуждена построить линию Маннергейма. Я думаю, смотрю, что к этому все идет. Ці розборки до чого призведуть? Ці розборки, що далі? Ну, от вони замнуть ці розборки. Чи вони далі будуть розвиватися? Они не замнут их. Ну, как вы не понимаете, сейчас Луганская область, вот что там происходит? Там не работает практически ничего. Валовый продукт не производится. То, что было, уже разграблено вщент. Ну, то есть уже, ну, практически уже грабить нечего толком, понимаете? Уже грабится гуманитарка, да? Гуманитарка, которая пафосно завозится, потом она быстренько распродается в ритейле, принадлежащем, ну, который крышует, скажем, глава республики и так далее. То есть все это будет закончиться, как я и говорил уже неоднократно, в том числе и в эфире громадского телебачения, с
сценой из романа Андрея Платонова «Чевенгур». Все это закончится, скорее всего, каким-то бессмысленным, беспощадным бунтом и голодом. И в конце концов закончится тем, что Донбасс обезлюдит и станет той территорией, которой он, по идее, должен стать. Он станет, ну, возможно, нашей Тюменью, да, если можно так сказать. То есть промышленной территорией, промышленной резервацией или какой-то, не знаю, промышленной зоной, куда будет вахтовым методом приезжать люди, добывать уголь и уезжать обратно в теплые насиженные, как говорится, места, вот, проукраинские и так далее. То есть я убежденный сторонник того, что Донбасс, вот промышленная часть Донбасса, вы же посмотрите, какие территории захвачены. Захвачены территории, где что-то есть. Угу. Захвачена часть станицы Луганской, где песок, где залежи песка, это миллионы. Вот, захвачены Красный Луч, Торец, Снежной и так далее. Там, где есть уголь. Понимаете? Почему они не пошли дальше на Старобельск? Для них была проблема захватить Старобельск? Нет. Ну, действительно, там были патриоты. 700 человек с гладкоствольным оружием. Что такое это? Два града поставить, и не будет Старобельска. Почему они не пошли? Потому что там не приживается. Угу. Там другие ценности. Понимаете? Вот. А это сравнительно небольшая часть Донбасса. Стахановщина вот эта вот советская, она должна прекратиться и все, и сделать обычно. Ну, я не знаю, есть в Канаде такие места, в Соединенных Штатах Америки. Приехали люди, заработали деньги, поработали в шахте и уехали обратно. А семья живет, скажем, где-нибудь в Полтавской области, в деревне, себя отлично чувствует. Папа уехал на заработки, вахтовый метод. Ну, как украинцы все летают, вот из Западной Украины летают в Сибирь на обслуживать газ эти трубы. Так точно должно быть и в Донбассе. Но это в идеале. Но пока это не наступит, Донбасс пройдет очень тяжелый период. И этот период, я его уже отдаленно видел, когда был слом эпох, когда заканчивался Советский Союз, и мы вступали в эпоху независимости. Вот, очень тяжело тогда было. И я думаю, что будет все-таки и голод, будет и холод, и будет анархия на этих территориях. Вот. И закончится это все тем, что все более-менее меняемые люди, естественно, покинут эту территорию как непригодную для проживания. Вот, и все. У нас є ще два відео, які ми не встигли протягом розмови нашої показати. Перше, це Геннадій Москаль про ситуацію в Луганській області та про донецьких козаків, а далі ми покажемо це відео. У нас є можливість подивитися так само, ще от з'явилася заява одного із сепаратистів на прізвисько, так, або на позивний Пластун, і він також говорить про вбивство Бетмана, тому що, ну, сьогодні ми обговорюємо саме цю тему. А зараз давайте подивимося на Геннадія Москаля, який прокоментував цю ситуацію. Було обстріляно, і я не розумію абсолютно, чи, ну, як може бути людина, яка стріляє, не бачити, що це житлові будинки, що це мирне населення. Ну, це просто ці вже срані козаки мені надоїли їх. Постраждало двоє дітей, але вони відказались, батьки відмовились від госпіталізації, оскільки поранення були не такі серйозні. Ну, дуже багато розрушень. Ну що це за встановлення Донбасу? Скажіть, ми вкладаємо кошти, це все йде на смарку, тому що кількість вкладених коштів потребує в 100 разів більше, тому що за кожну ніч бойовики абсолютно нищать інфраструктуру. Якщо раніше я прийшов сюди, було тільки стріляли по позиціям військових, то сьогодні луплять тільки по позиціям мирного населення, житловим будинкам, школам. От що їм школа абсолютно мішала? Ну, всі вікна розбили абсолютно адміністративним спорудам і так далі. Луплять і по військовим. Питання в тому, що от спитайте місцевих населення, вони не знають, звідки стріляють, хоча чітко видно, що це стріляли з тої сторони. Ракета не могла прилетіти сторони підконтрольних. В основному обстріл у нас ведеться Стаханов, Первомайськ, Брянка, Кіровськ.
От це з Кіровська, тут, як кажуть, до ворожки не треба ходити, щоб видно, звідки стріляли. Значить, це всевеликої військо Донської, це долбана банда. Ну, ви знаєте, я вже спілкуюся багато з військовими, вже в людей, ну, як кажуть, теж нерви здають. Вони кажуть, ми теж не можемо сидіти і на це абсолютно дивитися. Коли цей мир настане? Так само вже з'явилася заява так званої Генеральної прокуратури ЛНР, в якій людей Біднова, тобто Бетмена, просто поставили поза законом, сказали, що під Луганськом під час спецоперації з співробітниками силових підрозділів Народної міліції ЛНР були затримані активні члени батальйону «Бетмен» з позивним «Маньяк» Фобос Омега. І керівник бандгрупи з позивним «Бетмен» при затриманні чинив активний опір співробітникам спецпідрозділу, ну і тому він був убитим. І обіцяне відео одного із терористів, який звинувачує Плотницького, власне, у смерті його побратима. Зараз так само подивимося. Мой позивной пластун, командир 6-ї роти 2-го батальйона 4-ї бригади вооруженных сил ЛНР. Я хочу сделать заявление по поводу тех событий, которые произошли за эти два дня. Вчера утром на движении в сторону Красного Луча был убит начальник штаба, полковник Беднов Александр Александрович. Человек, который при начале боевых действий на Украине создал подразделение ГБР «Бэтмен». В дальнейшем, которое перешло в структуру 4-й бригады, приняло присягу и знамя, чему есть подтверждение также в том же интернете и во многих СМИ. Нас объявили бандитами, нас объявили преступниками. На каждого из нас, командиров, имеется в виду этого подразделения, выдан приказ об аресте. Такой же приказ был выдан на арест Беднова. Но я специально выложу фотографии на своей странице, где любой эксперт, и я думаю, даже не эксперт, может понять, что уничтожение Беднова было спланировано, что та засада, которая там была устроена, там было без вариантов. То есть людям не то, что предлагали сдаться, им вообще ничего не предлагали, просто сразу тупо уничтожили. Зажгли термобарами. Люди не смогли даже выйти из машин. Поздно, не знаю. Да. Так, ми вже в студії, ну от ми дивилися. Да, дивилися заяву. У мене вже, мабуть, четверте, да, питання вже сьогодні. Тобто, ну я розумію, що там чубляться собі ці сепаратисти. А от цікаво просто, а нам то що від того? Ну, во-первых, совершенно прагматично. Чим менше сепаратистів, тим легче нам жити. Угу. От, тим менше наших солдат погибне. Я так розумію, що конфлікт буде тривати. З цієї заяви зрозуміло, що вони... Безусловно. А ведь смисл всього происходящего в тому, щоб він продовжувався. Тобто, якщо його зараз заморозить, ну і що далі? Да? Угу. Ми бачимо просто Луганськ, да, перепуганий повністю, який... Большинство жителей которого сейчас единственное молится днем и ночью, лишь бы не начались опять артобстрелы, не начались эти грады и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но ведь никуда не денутся вот эти вот все боевики, вот люди, которые принимали участие в репрессиях, никуда не денутся стукачи, те, которые сдали всех проукраинских активистов в первые дни и так далее, и так далее. То есть пока в этой ситуации просто нет пути разрешения. Але маховик цей розколу все одно ж запущений вже. Ну, естественно. Ну, в принципі, це якби воно відповідає інтересам Росії. Чому? Тому що зараз Плотницького намагаються вони позиціонувати як чоловіка, який все-таки владіє ситуацією. Угу. Вот. І я ж по цьому говорю, що Росія прилагает все усилия, чтобы ее ставленник, а Плотницкий именно воспринимается как
губернатор Российской Федерации, чтобы никто не питал иллюзий. Угу. Его никто не считает субъектом какой-то геополитики. Это все понимают, что это ставленник России на территории Луганской области. Ставленник, который был, фигура которого была утверждена с одной стороны России, с другой стороны местными элитами. То есть это компромиссная фигура. И все. И естественно, они будут его усиливать. Местные элиты будут его греть деньгами. Россия будет помогать ему спецназом и оружием и так далее. Вот. А как будут себя вести все остальные пророссийские силы на территории Луганской области, типа казаков и прочих-прочих, один бог знает. Почему? Потому что, ну, мне кажется, в них больше говорят свободные радикали, нежели здравый смысл, понимаете? Я зрозуміла. Дякую, що прийшли.